Блокчейн становится все популярнее. Джек Дорси, генеральный директор социальной сети Twitter и платформы мобильных платежей Square, отметил, что блокчейн – это технология будущего. В репортаже, опубликованном на TheVerge.com, он отметил, что технология блокчейн в состоянии решить многие проблемы, и не только из сферы финансов, хотя это самая очевидная сфера применения. Дорси подчеркнул, что некоторые люди пытаются решить с помощью блокчейна абсолютно все вопросы, но он призывает к более сдержанному подходу. Он рассказал, что в последнее время криптовалютами и биткоином интересуются люди, которые не имеют отношения к финансам и технологии. Джек считает, что технология блокчейн и криптовалюты станут еще более популярными.